Здравствуйте, дорогие подписчики, гости канала и, конечно же, наши участницы совместного проекта «Рукодельный урожай». К вашему вниманию представляю отчет за май месяц. В этот раз отчет выходит с опозданием, потому что у меня случился отпуск, была возможность уехать, и я решила не упускать этот шанс. И по этой причине немножко задержался у меня отчет. Я еще раз извиняюсь, и сейчас мы приступим уже непосредственно к рассмотру наших итогов за этот месяц. У нас есть и новые участницы, у нас много финишей, хорошо продвигаются работы, дружная компания. Напомню также, что если вы захотите посмотреть какую-то работу более подробно, в инфобоксе есть ссылка на альбом. В нашей группе ВКонтакте вы можете перейти и рассмотреть подробнее все вопросы, задать, конечно же, нашим участницам. У нас очень дружная компания. Итак, поехали смотреть наши отчеты. Итак, отчет Алевтины Капитан. Алевтина вышивает дизайн фирмы Dimensions, Universal Unity, всеобщее единство. Алевтина вышивает по самоподбору ниточками ДМС на ленде 27 аккаунта цвет голубой лед. На начало СП было вышито всего 5%. И за пятую неделю было вышито 750 крестиков. Всего от начала СП вышилось 3300 крестиков. Очень рада, что вступила в СП, пишет Алевтина. Продвижение очень радует. Спасибо за приятную компанию. Да, действительно, вот так у нас этот СП начался очень активно. Я вижу, что отчитываться раз в неделю, пусть небольшие отчеты промежуточные, но они очень помогают как бы оставаться с вышивкой, не переключаться надолго на другие процессы. И у нас очень все хорошо продвигается. Поэтому мы все молодцы, вы увидите много еще интересных работ. А это отчет Елены Сметаниной. Вы можете посмотреть фотографии в динамике, как в течение месяца отшивалась работа. Елена вышивает дизайн Натальи Луневой, викторианский дом в весеннем лесу. На начало СП вышито было совсем чуть-чуть. И вы видите, как работа продвинулась за май месяц. Пишет нам Елена, что не могла оторвать себя от этого процесса, очень затянула. Процессы интересны, вышивать сюжетами очень увлекательно. Сразу видно готовый элемент. Сколько отшито в крестиках, сказать не могу, так как вышиваю по бумажной схеме, но думаю, что увидеть результат можно. Да, вот в динамике вы видите, что работа за месяц очень-очень хорошо подросла. Вторая работа Елены Семеновой – это набор фирмы Golden Set «Завтрак с омарами». Вышивается сюжет на гобеленовой сетке. Нитки здесь 20 цветов. Размер готовой работы 29 на 29 сантиметров. На момент вступления в СП отшито было 3 листа схемы из 12. Работа очень интересная. Вы видите тоже в динамике, как продвигалась эта работа, какими этапами. И получается, нам пишет Елена, что за май месяц вышилось 4000 петитов. Работа идет не быстро, но продвигается, и это радует. Но 4000 петитов – это очень круто, потому что, конечно, сложно вышивать, стежок мелкий, кому-то, конечно, полегче, но это, ну, у каждого свои особенности. Но в любом случае очень хорошее продвижение. И посмотрите, как красиво получается, какая хорошая разработка, достаточно, очень все четко видно, здорово. И вы видите, уже осталось совсем чуть-чуть. Думаю, что обязательно до конца СП у Елены получится завершить. Аленушка Сережина вышивает набор фирмы Панна, охраняющий сновидения. Размер готовой работы 27 на 43,5 сантиметров, 9 цветов плюс 5 блендов, мулине гамма. Канва темно-синего цвета,
Аида 14 каунта. Вы видите в динамике, как продвигается работа. Работа очень красивая, конечно, потрясающая проработка. Мы все в СП любуемся. Пишет Аленушка, что тяжело ей дается, и продвижения идут по чуть-чуть, но в этом и заключается суть нашего СП. У нас как основные наши процессы, это те, которые сложно так вышиваются, и вот мы их по чуть-чуть, хоть по 200 крестиков в неделю продвигаем, и вот таким образом растим наш рукодельный урожай, крестик за крестиком, собираем в копилку готовые работы. Ну что, тигр получается шикарный, еще немножко, еще чуть-чуть, и мы будем любоваться красотой. Отчет Ольги Важениной. Во-первых, Ольга вышивает набор фирмы Алиса Нежные Маки. Здесь у нас размер работы будет 35 на 39 сантиметров. Произошла замена Аиды на Линду 28 от фирмы Гамма. В процессе была недостача ниток белого цвета, где-то в скатерти чуть-чуть не хватило у Ольги. Но по итогу работа завершилась, работа очень красивая, проработка замечательная. И самое главное, есть вот такой красивый финиш. Все сложности были преодолены, поэтому поздравляем! Второй процесс у Ольги – это подушка бабочки, схема из интернета. Основа здесь Мурана 36-го каунта. Вышивает только по саге этот дизайн. Размер вышивки будет 22 на 22 сантиметра. Используется 15 цветов мулине. Вышивка идет крестом в две нити. Также пишет, что есть много четверть крестиков. Они будут спрятаны под бэкстичем. Получается красиво, получается у Ольги, конечно, такими хорошими этапами отшивать, прибавляется очень много за месяц, поэтому будем ждать скоро, наверное, финиша, пока вы посмотрели этапы отшива, какие-то фотографии. Что ж, желаем удачи, шустрой булочки. И еще один финиш у Ольги, это китайский набор на пластиковой основе, размер дизайна 14 на 20 сантиметров, в наборе используется 20 цветов мулине, здесь есть также крестик и бэкстич, схема здесь бумажная глянцевая, также есть подвес и игла в наборе. И мы видим этапы, как отшивался этот дизайн. Если я не ошибаюсь, это копия дизайна Dimensions. Много было бэкстича, но, как вы видите, Ольга справилась. Получился вот такой финиш, очень яркий, красивый. И, как вы видите, очень хорошо вписался в интерьер у Ольги. Поздравляем с таким прекрасным итогом. Так, и еще один процесс у Ольги, это розы на черном, Just Joy, просто Joy, размер картины 65 на 44 сантиметра, здесь неполная зашивка, вышивать в одну нить на черной Аиде 18 каунта. Цветов мулине много, точно нам цифру не сообщает Ольга, пишет, что первый раз открыл набор Теи. И, конечно, немножко удивлена органайзерами, какие они маленькие, и нарезка мулине тоже как бы немножко под вопросом. Но, как видите, Ольга вышивает, ко всему адаптировалась. Конечно, цветы очень получаются большие, яркие, и работа, конечно же, она будет впечатляющей. Пока вы видите этапы, процесс идет, но мы ждем дальнейших продвижений. Ольга заявляет еще один набор, это фирма Lanarte, называется «Орхидеи». Пишет, что давно лежал этот набор и думает, что все-таки пришло его время, нужно его вышивать. Здесь в наборе входит основа тонированная, 27 каунт, мулине 19 цветов, размер работы 17 на 23 сантиметров. Схема на листе А3, очень крупная, техники крест в три нити,
немного в одну нить, бэкстич в одной и две нити, французские узелки в одной нить и в два навива. Вот. Ну и отчет за май месяц, так как вышивается по бумаге, то крестиков посчитать сложно, крестики посчитать, и мы можем видеть, что средний цветок вышит. Вот такие продвижения. Очень красиво и очень даже неплохо. Отчет Билли Ван Милли. Это схема от Елены Ларцовой, гостиная Когтеврана из всем известного фильма «Гарри Поттер». Вышивка здесь на Аиде 18 каунта, Мулине ДМС. И размер работы 160 на 178 крестиков. Вы видели фотографию, как работа выглядела на начало СП, этапы продвижения. И вот на конец мая в процентах пришла и Билли к 54,7%. Прибавилось плюс 4877 крестиков, полукрестик и бэкстич. Вот, работа подрастает, видно, что вышивка идет по цветам. И очень много деталей, конечно, ее нужно детально рассматривать, делать стоп-кадр, наверное, и рассматривать какие-то детали. Такая прорисовка, много бэкстича, достаточно объемная, сложная работа, но цветовая гамма, конечно, впечатляет. Мы все ждем продвижений. Елена Васильева в нашем СП вышивала набор фирмы РТО «Лебединая верность». И вы видите, как продвигалась работа очень активно, несмотря на темную основу. Произошел финиш. И это очень приятно, когда в нашем СП происходят финиши, когда благодаря вот нашей дружной компании работы вышиваются. Работа великолепная, очень объемная, красивая. Поздравляем с итогом. И Елена продолжает участие в нашем СП с набором фирмы Риолис «Ежики в бруснике». К сожалению, больше информации нет. И вы видите, на каком этапе находится сейчас работа на момент вступления в наше СП. Еще один финиш нам представляет Наталья Панчева. Это также авторская схема от Татьяны Бабошко. Называется «Сказочный гороскоп», и это дизайн домовой. Размер работы 140 на 162 крестика. Много было бэкстича. Вот можете посмотреть фотографию, как выглядела без бэкстича и как с бэкстичем. Все быстро получилось. Не знаю, сложно, не сложно было вышивать. Наталья не написала, но за очень короткое время успела завершить эту работу. Поздравляем! Вторая работа Натальи Панчевой – это схема Ксении Адоневой «Праздничное утро». Полная зашивка. Здесь в крестиках 170 на 137 крестиков. Используют 37 цветов плюс 13 блендов. Есть крест, есть 3 четвертых креста, бэкстич. Вышивает Наталья на линде 27 каунта от гаммы. И за месяц вышито 32%. Очень хорошо продвинулась работа. Видно, что по цветам. Очень интересно посмотреть, как получится в плане проработки и цветовой передачи. Поэтому ждем продвижений. Так, Юлия Мясникова отчитывается по набору фирмы Риолис «Клематисы». Здесь у нас идет вышивка ниточками анкор, используется 26 цветов, есть 5 блендов. Также есть крест в 1, в 2 и в 3 ниточки, бэкстич в 1 и в 2 ниточки. Серединки цветов дополнительно оформляются бисером. Вышивка идет на Аиде 14 каунта. Размер готовой работы будет 50 на 40 сантиметров. Такая большая работа. И это у нас набор премиум класса. Вы видите этапы отшива, как работа подрастает. Конечно, еще много вышивать у Юли, большой объем, ну и работа эта непростая. Она непростая, но тем не как награда за все сложности, да, получается такая красота. Конечно, очень ярко, сочно, проработка великолепная. Желаем удачи и шустрой иголочки.
Так, встречайте мега-финиш от Марины Филипповой. Да, действительно, можно так сказать, мега-финиш, потому что работа большая, серьезная и достойна внимания. Итак, белая тигрица, схема химеры, размер работы 250 на 420 крестиков. Использовалось 25 цветов плюс 7 блендов. Вышивка на AIDE 14 аккаунта ниточками SHS с крестом в 2 нитки. Размер готовой работы нестиранной 46 на 76 сантиметров. Пишет нам Марина. Юля, спасибо огромное за СП. Ну, очень дисциплинирует. Ура! Вчера вечером закончила последний лист. 3500 крестиков за неполных 2 дня. Сама от себя не ожидала такого. Начала 1 ноября 2021 года. Итого 6,5 месяцев от старта до финиша. Из них почти 2 месяца не вышивала. Совсем модная болезнь у мамы, а потом и сама второй раз переболела. Честно скажу, не ожидала от себя такой скорости. Юля, не бойся больших работ от Химеры и других дизайнеров. Это мне в назидание. Спасибо большое. Может быть, когда-нибудь и я решусь. Ну а пока мы все любуемся, восхищаемся. Работа потрясающая, даже лучше, чем на картинке. Особенно вот интересно рассмотреть бархатный фон, какие цвета, краски. Конечно, сама тигрица очень выразительная. Потрясающая работа. Поздравляем, поздравляем. И приглашаем всех в нашу группу ВКонтакте рассматривать эту работу. Также Марина Филиппова продолжает участие в нашем СП с набором фирмы Риоли «Сотвори сама», номер набора 1050, называется «Рябина», размер 55 на 35 сантиметров, такая немаленькая работа. В крестиках 174 на 223, используется 19 цветов, здесь нитки шерсть, счетный крест. Основу Марина взяла линду от гаммы 27 аккаунта. Покупалась как белая, но по факту цвет как Цвайгер 264, но не желтоватый, а кремовый. Вышиваю снизу вверх. Ну и видно, что работа есть небольшое начало. Работа, вышивка смотрится очень ярко и сочно. Впечатляет, конечно, краски. Все очень интересно смотрится. Ну что ж, будем ждать продвижений. И очень интересно посмотреть, как именно будет на линде выглядеть вышивка шерстяными ниточками, как будут ложиться крестики. Отчет Марии Марии. Мария участвует с авторской схемой «Ирис Дар Ириды» от Анны Кузнецовой. Размер дизайна 29 на 42 сантиметра. Вышивается на AIDE 16 аккаунта. Ниточки здесь ДМС. На начало СП было вышито 42%. И вы видите, как работа продвигалась, какие яркие, сочные фотографии. На 30 мая было вышито 90%. За неделю прибавилось 3000 крестиков. И это финишная прямая у Марии. Скоро будет финиш. Наталья Кладова вышивала в нашем совместном проекте набор фирмы Риолис, номер 1856, белые голуби, размер работы 25 на 25 сантиметров, вышивка на AIDE 14 аккаунта и использовалась 22 цвета ниточек, здесь у нас не блины, у нас шерсть, вот такие планшетки, очень красивые ниточки. И постепенно работа продвигалась такими хорошими темпами, и к концу месяца произошел финиш. Показываю вам сразу готовую работу, постиранную, поглаженную, потому что всегда лучше смотреть уже на финиш. Можно рассмотреть какие-то детали. Очень красивая работа. Поздравляем с прекрасным итогом. Еще один старт и финиш, это уже от Татьяны Буркицы. Это у нас наборчик фирмы Алиса, вот такой вот тигреночек красивый. Здесь Татьяна удачно заменила основу на AIDE 14 аккаунта, но зеленого цвета. И работа очень хорошо вписалась именно в эту основу, в этот цвет. Тигренок получился такой яркий, насыщенный. Ну, потихоньку за май месяц Татьяна оформила.
вышла, извините, и даже оформила. И вот такая красивая колоритная фотография с маячком, с прекрасным, с магнитиком, с прекрасным дополнением. Поздравляем с готовой работой. Также Татьяна продолжает трудиться над дизайном, это, по-моему, Мирабилия, называется «Мечтательница», но в исполнении от Joy Sunday. Конечно, здесь Татьяна заменила основу на Obelhorn 28 аккаунта, бисер тоже заменила на чешский. Вот, основа такая очень интересная, глубокая, и в мае месяце очень много получилось повышивать у Татьяны. Посмотрите, как продвинулась работа. Я делаю несколько фотографий в динамике. Работает уже в основном с бисером. Его здесь много, и работа, конечно, увлекательная. Что ж, ждем продвижений. И Татьяна добавляет еще одну работу, такую миленькую, яркую, наверное, чтобы разбавить большой сложный процесс. Это домик рукодельницы от Ольги Антроповой. В работе используются 18 цветов малины ДМС и пластиковая канва, а еще пришивные элементы. Вот такая красивая фотография. Старт. Желаем шустрой иголочки и ждем продвижений. Так, перейдем к отчету Марии Копинской. Марина принимает участие с набором фирмы «Жар птица», черная смородина, размер 22 на 18 сантиметров, 23 цвета мулины используются, вышивка в две ниточки на аиде 14 аккаунта. Ну и показываю вам фотографии готовой работы. По отшиву можно посмотреть также в группе ВКонтакте. Очень яркая, интересная работа. Хочется, конечно, ее рассматривать. Возможности ставить много слайдов нет. Пишет, что, конечно, очень спешила. Не все получилось так, как хотела по времени. Но, тем не менее, финиш есть. Работа завершена. Очень яркая, сочная. Поздравляем! В мае месяце также к нам присоединилась Мария Копинская с набором фирмы «Овен», «Волчья верность», размер 30 на 40 сантиметров, вышивается на аиде 14 аккаунта, ниточками ПНК Миникирова, всего 20 цветов, вышивается крестом в 3 нитки, вот так. И пишет, что за месяц мая работа подрастала поэтапно, да, прибавлялось то 530 крестиков, то 475, и вот к концу месяца почти половина работы, 49,49% в работе вышилось. Ну что, очень хорошие результаты, работа интересная, ждем продвижений. Переходим к отчетам Виктории Румянцевой. У Виктории также всегда много процессов, и Виктория не первый СП с нами. Ну, во-первых, у Виктории есть финиш, есть старт и финиш. Это набор фирмы Анкор Майя, вот такой тигренок. Размер готовой работы 28,5 на 28,5 сантиметров. Вышивается он на аиде 14 аккаунта кремового цвета. Мулины Анкор, соответственно, 24 цвета. Техники крест и полукрест в одной в две нити, петит в две нити, бэкстич в одной в две нити. Французские узелки. Ну и показываю вам сразу финиш, потому что на готовую работу смотреть, конечно же, всегда приятней. Если вам интересны этапы отшивы, какие-то нюансы, напоминаю, переходите по ссылке к нам в ВКонтакт и посмотрите уже какие-то более подробности, почитайте, посмотрите. Второй процесс и финиш у Виктории выдался очень продуктивный май месяц. Это набор фирмы Риолис, номер 1515, называется «Купавки». Размер готовой работы 20 на 20 сантиметров. Материалы аида 14 аккаунта под лен, нитки шерсть, акрил, софил, 15 цветов. Техника крест 2 нити, полукрест в одной в 2 нити, бэкстич. Пишет Виктория, что набор был начат в августе 2021 года на работе. Очень нравится вся эта серия, и поэтому Виктория забирала эту работу домой, чтобы ее завершить. Ну и, как вы видите, все очень быстро случилось. Работа завершена. Действительно, серия очень милая, очень приятная. Поздравляем!
Ну и Виктория продолжает участие в нашем СПС еще одним набором. Это Риолис номер 1390. Размер готовой работы 25 на 25 сантиметров. Материалы здесь Аида 14 каунта белого цвета. Ниточки шерсти акрил софил 21 цвет. Техники крест в одной две нити, полукрест в одну нить и бэкстич. Вот такие красивые яркие планшетки. Основа натянута на раму. В общем, в добрый путь. Переходим к отчетам Елены Классен. Елена наша завсегдатая в наших СП и также многопроцессница. Поэтому начнем с финиша в мае месяце. Напомню, что это дизайн фирмы РТО, оригинальный набор фирмы РТО. Размер готовой работы 23 на 28 сантиметров. Вышивается на канве сливочного цвета 14 каунта фирмы Цвайгард, мулине ДМС 14 цветов, техника крест в одной и в две нити, также есть бэкстич. Пишет Елена, что это очень легкий дизайн, вышился он на одном дыхании, это уже третий вышитый набор из этой серии, и все они вышились очень легко и быстро, сплошное наслаждение. Да, очень эффектные получаются работы, несмотря на, казалось бы, какую-то сложность, тем не менее, вот как пишет Елена, и вышиваются легко и очень эффектно. Я видела в отшиве все эти дизайны, это, конечно, потрясающе. Поздравляем Елену с прекрасным финишем. Следующий процесс Елены – это набор фирмы Heritage, называется «Под аркой», дизайнер Джон Клейтон. Размер готовой работы 24 на 24 сантиметра. Используются 24 цвета ниток ДМС и 6 блендов из них. Основа равномерное переплетение фирмы Цвайгард. Техника выполнения работы крест в две нити. Узко крестики, широко крестики, бэкстич, три цвета и в одну нить. Вот. И пишет, что очень сложно было оторваться от процесса. Вы видите, что начало положено и очень такое хорошее начало положено, но пишет, что пришлось немножко оторваться от данного дизайна, чтобы и повышивать другие дизайны. Но, конечно же, мы будем ждать продвижения, потому что очень интересный, редкий такой дизайн. Его мало вышивают, и я так понимаю, у Елены собирается вот такая интересная серия РТО плюс вот еще и Херитаж. Очень они, мне кажется, подходят. Еще одна работа Елены – это набор фирмы Абрисарт, называется Баст, это бисерный набор, частичная вышивка, здесь 13 цветов бисера, в том числе 4 цвета ювелирного бисера, размер готовой работы 31 на 47 сантиметров, количество бисерин 11 021. Вот так вот, казалось бы, неполная зашивка, но тем не менее есть над чем поработать. И пишет нам Елена, что в мае месяце полностью вышила бисер на солнце. Теперь осталась сама кошечка. И, в принципе, будет финиш. Что ж, ждем готовую работу. Еще один процесс от Елены – это дизайнерская схема Екатерины Волковой «Дракон читальня». Работа не маленькая, 244 на 154 крестика. Вышивается на Белфасте 32 каунта, цвет «Серебристая луна». Ниточки здесь ДМС 28 чистых цветов и 19 блендов из них. Техника выполнения крест в одной и в две нити, полукрест в одной и в две нити, 3 четвертых креста, бэк в одну и в две нити, 10 цветов, французские узелки 3 цвета. И в мае месяце прибавилось 2,4%. Пишет Елена, что закончила бэкстич на всей нижней части и вышила нижнюю часть крылышек феечек. Ну, я вам показываю фотографии, как выглядела работа на начало отчетного периода и по итогу. Продвижения видны, работа, конечно же, очень такая кропотливая, но проработка впечатляет, насколько все цвета, оттенки, фактура, все хорошо видно, конечно, очень-очень впечатляющая работа. И заключительный процесс – это
Всем известная фирма Овен, известный дизайн золота заката. Размер готовой работы 39 на 23 сантиметра. Работа выполняется на аиде 18 каунта белого цвета. Ниточки здесь ПНК Миникирова. Количество цветов 31. Из них 27 чистых цветов и 21 бленд. Техника крест в 2 нити. Больше по техникам здесь нет, здесь просто крестом вышивается. И за май месяц прибавилось 5790 крестиков, и того работа подросла на 25%, ну всего достигла 25% точнее. Ну что ж, отличные темпы, здорово все получается, шустрые иголочки. Переходим к отчетам Ольги Таршиной. Значит, здесь у нас, во-первых, представлен китайский набор, называется Poppy Tamaki, размер 43 на 38 сантиметров, вышивается на аиде 14 каунта, использовалось 27 цветов. Пишет нам, что финиш, просто не успела отгладить работу, но показывает также и изнанку. Посмотрите, какая аккуратная чистая изнаночка, и работа очень получилась яркой, прям как на картинке, как представлено у производителя. Очень хороший набор, достойный, красивый результат. Поздравляем с финишем. Еще одна работа Ольги, это также набор китайского производства, называется Kiss Cats, поцелуй котов, вышивается на аиде 14 каунта. Размер 33 на 34 сантиметра, используется 28 цветов. Здесь еще процесс, работа еще не завершена. И да, эти дизайны идут с напечатанным, с напечатанной схемой на основе. Вот, и вот так вот быстро Ольги, они хорошо вышиваются. И третья работа Ольги, это также китайский набор «Малыш и Аист», также вышивается на аиде 14 каунта, размер 46 на 42 сантиметра, 16 цветов в стиле сепия. Пишет нам Ольга, что не думала, что этот набор будет сложным для меня, очень жесткая канва и есть одиночки. Ну вот так подвох, он приходит там, где мы его не ждем, казалось бы, должна была быть самая простая работа, а есть какие-то свои нюансы. Ну я думаю, что потихоньку Ольга справится с этими сложностями, и скоро будет тоже финиш. Татьяна Муратова вышивает набор фирмы «Чудесные иглы Гранат», вышивается на ID 14 аккаунта, используется 24 цвета мулины, из них 3 бленда, крест, полукрест, французские узелки и чуть-чуть бэкстича. Пишет нам Татьяна: «Здравствуйте, решила тоже поучаствовать в СП, у меня начат набор от «Чудесные иглы Гранат». Вышивается на аиде 14 аккаунта, используется 24 цвета мулины, из них 3 бленда, крест, полукрест, французские узелки, чуть-чуть бэкстича. Вышивка очень легкая, но все дело в нехватке времени. Думаю, СП меня будет стимулировать». Ну, вы видите, что работа у Татьяны уже хорошо продвигается, она небольшая, поэтому финиш не за горами. В мае месяце к нам присоединилась Татьяна Самодед с двумя работами. Первая — это Идиллия от фирмы Овен. Размер работы 30 на 37 сантиметров. В крестиках 186 на 234. Вышивается на аиде 16 аккаунта. Всего 33 цвета ниточек используются. И вот слева вы видите, что работа практически была завершена. Вот такой небольшой кусочек оставалось дошить. И Татьяна справилась быстро с этой работой, финишировала. Очень красивый дизайн, красивая разработка. Молодцы, Овен, молодец, Татьяна, что быстро так вышила. Поздравляем. Вторая работа Татьяны – это сапожок от Dimensions, «Милые колядки», код
Королес Стокинг. Вышивается на Аиде 14 аккаунта, размер высоту 40 сантиметров. Вот такой чудесный сапожок вышился. Этапы можно посмотреть у нас в группе ВКонтакте. Единственное, что хочу добавить, что Татьяна, конечно, очень спешила, вышивала. Надеется также успеть оформить этот сапожок, но времени еще, конечно, много, все можно успеть. Частично вышивала его на работе. Вот, ну, в принципе, как вы видите, главное, что работа завершена, с чем и поздравляем. И третья работа Татьяны, я сказала вначале две работы, да, я извиняюсь, три работы у Татьяны в мае месяце проучаствовали. Вот Татьяна добавила нам еще третью, это подушка вот такая яркая, схема пишет нам что-то из свободного доступа, где-то из интернета, размер 165 на 155 крестиков, вышивается на Аиде 14 аккаунта, нитки, здесь самоподбор, видно разный, да. В течение мая месяца были продвижения, к концу отчетного периода крестики все были вышиты, размер получился, пишет Татьяна, 28 на 28 сантиметров, ярко. Очень чуть позже пишет, что хочет оформить по крестикам 165 на 155. Но так как пишет, что Аида оказалась не очень равномерная, то работу будет увеличивать. Поэтому это еще не финиш. Будет еще дальше дошивать эти дизайны, чтобы размер получился примерно 30 на 30. Такая, чтобы была побольше подушка. Ну, в принципе, и логично. Получается очень ярко. Такой дизайн действительно позитивный и очень практичный, да, чтобы использовать ниточки. Отчет Яны Дудар. Пишет нам Яна: «Хочу продолжить вышивать в СП своего ангела. Дизайн от Dimensions. Садовый ангел. Размер 222 на 220 крестиков. Вышивается на Аиде 14 аккаунта. На момент вступления было готово 63,15%. И в течение месяца, пишет нам Яна, что прибавилось за какой-то период 7100 стежков, потом плюс прибавилось еще 6000 стежков. Ну и по итогу в конце месяца получился вот такой вот чудесный финиш. Как-то так у Яны быстро получается завершать работы, но нужно уметь. И смотрите, какая красивая работа. Ну что тут сказать, Dimensions, эффект объема есть, все очень гармонично, красиво. Поздравляем с такой прекрасной работой. Итак, Яна также продолжает участие в нашем СП с дизайном фирмы Lavender and Lace, ангел земли, я так понимаю, переводится. Вышивает Яна своим подбором, ниточками СХС на ID 16 аккаунта нежно-голубого цвета. Размер работы 29,5 на 35 сантиметров. Используется 40 цветов и один цвет бисера, серебряный. На момент вступления было отшито 12,85%. Продвижение я вставляю несколько так фотографий в слайде, чтобы вы посмотрели в динамике. Нам отчитывалась Яна, сколько тысяч в неделю она вышивала. Ну и по итогу месяца получился финиш. Еще один шикарный, великолепный финиш. Конечно, работа великолепная, очень красивая. Поздравляем! Еще одна новая участница в нашем СП – это Виктория Алешина. Виктория когда-то снимала видео на YouTube, но потом вынуждена их перестала снимать. И в данный момент Виктория является беженцем, из Харькова перебралась в Германию. Вот, поддержим нашу новую участницу в такой, как бы, такой переломный момент в жизни. Виктория присоединяется к нам с набором фирмы Dimensions, Фредерик Литератор. Размер работы 30 на 28 сантиметров. Вышивка идет на Аиде 14 аккаунта черного цвета. Всего 29 цветов.
продолжает, пишет нам Виктория, продолжает эту вышивку после долгого перерыва, вышивает на пяльцах Нурги. Станок остался в Харькове, как и часть ниток. Красные нитки закончились, к сожалению, поэтому решила двигаться не вправо, а вверх, вышивать теми цветами, которые еще есть в наличии. Итого на этой неделе подросла палочка и красные полочка, извините, и красные томики. Ну вот, работа продвигается. Я знаю, что Виктория уже нашла какие-то нитки, докупила, поэтому процесс идет, продвижение есть, и желаем, конечно же, удачи. И мой отчет. Отчитываюсь по набору фирмы Панна Вода. В набор входит Аида 14 каунта, ниточки гамма 36 цветов, размер работы 32,5 на 32,5 сантиметров. Я ничего не меняла, все вышивала по оригинальному набору. И данный набор у меня третий в этой серии. Это такой пункт у меня в этом году, что мне нужно завершить эту серию. Долго я собиралась, и в мае месяце вы видите тоже фотографии в динамике. У меня процесс шел очень активно, продуктивно, и пришел к финишу. Ура, ура, работа завершена. Я очень довольна, рада, и все это благодаря СП. Очень сильно помогает и стимулирует. Единственный момент по данному набору — это то, что не хватило черных ниток, очень много не хватило. Ну а все остальное, в принципе, и ниток хватило, все остальное меня устроило. Схема крупная, четкая, единственное, листы огромные, неудобно их, конечно, складывать, но можно ко всему приспособиться. В целом процесс легкий и приятный, и итог мне очень-очень понравился. И продолжать участие в нашем СП я буду с четвертой работой из этой серии. Это у нас земля. Размер стандартный у всех 32,5 на 32,5 сантиметров, 180 на 180 крестиков. Но цветов здесь поменьше, здесь 27 цветов всего лишь. Также Аида 14 каунта, уровень сложности троечка, дизайнер Марина Хромова. Вот такие яркие сочные нитки, ниточки здесь коротенькие, но это не проблема. Вот, посмотрим, как здесь будет с нитками, особенно с черными. Мне интересно, хватит, не хватит, но здесь вот на глаз было, конечно, больше, намного больше, чем в наборе вода. Вот такие наши новости. Спасибо за просмотр, за участие. И также хочу сказать, что если я что-то забыла, какую-то информацию упустила, я приношу извинения. Отчет у меня делался и начинался делаться до отпуска, завершался после отпуска, поэтому могут быть какие-то у меня, может быть, упущения. Если что-то есть, я извиняюсь, вы мне пишите, я в следующий отчет обязательно все добавлю. А на этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения, шустрой иголочки. Вышиваем, скоро начну готовить отчет за июнь месяц. Июнь уже практически пролетел, но вот так случилось. Вышиваем наши работы и желаю всем всего самого-самого хорошего. Пока-пока.